Готовим зимний манник с мандаринками. Манку заливаем кефиром и оставляем набухать на полчаса. Добавляем яйца, сахар и разрыхлитель. Перемешиваем тесто. Очищаем мандаринки, разрезаем вдоль и выкладываем в форму, смазанную сливочным маслом и присыпанную манкой. Заливаем тестом и выпекаем 45 минут 180 градусов. Проверяем зубочисткой, переворачиваем и присыпаем сахарной пудрой. Приятного аппетита!